я же знаю, что ты мой. Не прячь улыбку в телефоне, не убегай от встречи вновь. Пойми, что я твоя. Так, всем здравствуйте. Значит, сегодня нам привезли утконос. Значит, мы сделаем закупку где-то так на 1,5 недели. Вот, поэтому продуктов у нас получается много. Ну, что-то я уже распихала в морозилку, все вам показывать не буду, потому что это долго. Значит, вот сейчас на большой такой, на большую такую сковородку свою положу филе. Вот индилайт мы заказываем, да. Я добавляю сметанки, томатного этого... Пасты томатной, да. Вот, специи немножечко, вот так. И чуть-чуть с водичкой тушу, да, чтобы так, в таком соусе оно было. Вот, всем очень нравится, все кушают. Значит, вот персонально для Тимофея заказали зефир Шармель, потому что он другой не ест. Да. Только в шоколаде. Ой, господи, это что ж такое? Так, ну вот, рис, макарончики. Вот такие песочные колечки едят, да, с арахисом? Да. Бабушка с дедушкой едят вкусные? Они не очень сладкие. Да. Ну да, они не очень сладкие, вот бабушка говорит, да, потому что она что-то сладенького хочется, ей все равно. И хранятся они без холодильника, да. Вот, в общем, они едят. Я, кстати, ни разу не пробовала, да. Ну да, вкусненько. Значит, вот такие сырочки заказали, ну это деткам. Значит, собачкам бабушка заказала. Значит, вот смотрите. Вот такого, кто это? Нет, это курица, у нее острый клюв. Да, вот такой вот. Такой вот он пищит. Ой, мамочки. Хорошо пищит. О-хо-хо-хо. Значит, потом вот такие вот Смолли Дог заказала какие-то желе, да. А потом, значит, вот как он этот? Цезарь называется? Цезарь. А, значит, это говядина с овощами в соусе. Вот такие заказала. И мы не знаем, еще не пробовали, посмотрим, будут они есть, не будут. Ну вот я думаю, иногда можно. И ягненок с овощами в соусе, вот, посмотрим. Да, ну, мы по две штучки взяли, да, то есть, вот. Ну я думаю, на пробу, да. А, вот, и такие взяли вот зубочистки классические. Ну посмотрим, не знаю, потому что предыдущие наши собаки такой не брали в рот. Вот. Насчет этих не знаем, посмотрим, все вам потом расскажем, да? Так, значит, дальше заказали вот такой терияки соус маринад, нам привезли. И вот такой, какой-то разный. Ну, видимо, что было, ты взяла, да, мам? Да. Потому что тоже, значит, короче, смысл такой. В утконосе прям что-то начали все активно маринад, покупать, да, продукты и маринад. Ну, вообще там очень многое все позаканчивалось, да. Значит, мы колбаски взяли. О, Коль, тебе и сыр чечил твой любимый взяли. Радуйся, ликуй, пионерия. Мы его тоже любим, но съедает его весь Коль. Ну да, да, нам не достается. Нам не достается. Значит, о, бабушка заказала хлоргексидина, значит, да, чтобы горло полоскать, потому что нам велено полоскать горло хлоргексидином. Такие большие тюбики, тут 200 миллилитров, то есть они такие большие, хорошие. Дедушка, радуйся. Вот, значит, крем для ног заказала мама вот такой. Дедушка хочет кушать, да. У нас весь стол завален, в общем, продуктами, мы не можем подогреть. Ну, в общем, вот такие зубочистки заказала мама. Так, это что такое? Укрепляет иммунитет. Цинк. А, это ты правильно заказала. Это дедушка заказал? А, да, дедушка заказал. А что так мало? Так, значит, вот такое вот лакомство. Корень бычий. Вот. Это другая фирма, да? Да, это другая. Ну, это хорошая. Да. Тот самый корень, да. А, ой, что-то такое ты заказала. Банька Агафьи от мозолей, пилинг для ног. Да. Ага, пилинг для ног, короче. Ну, это хорошая штука. Да. Угу. Вот, попробую, терпи, расскажу. А вот да, ну, это а понятно. Это плюс к терке. Ногу. Ну, дедушка постарался, да. Мы его новую терку заказали, он постарался от души. Так, это Тимофею блокнот ты заказала, да, бабушка? Да. Значит, Тимофей прям все время ходит вокруг нас, требует блокноты. Он взрослый. Ему надо тоже срочно что-то записывать. Да, вот такой вот блокнот. Вот это прикольно. С енотом. Так. Ну, дальше идем. Ну, крем для ног, вот это голубой. А это я уже показала. Ну, а теперь мы с вами переходим к самому главному.
Значит, что-то мы уберем в морозилку, потому что все это не съесть. Ну вот. У меня такое чувство, что я это в булочной. Мы заказываем это на полторы недели и. Да. Нас много. Нас много, нас пять человек. Марат еще может приехать. И мы убираем хлеб. И черный, и белый, вот такой вот и черный, и белый хлеб обычный, да, там нарезной. И вот иногда даже вот эти булочки, да, вот да, которые, да. Мы иногда убираем прям в морозилку. Из морозилки потом достаем, микроволновки разогреваем. У нас получается, в общем, фактически свежий хлеб. Вот, потому что когда в холодильник кладешь, он уже не такой вкусный получается. Потому да? что у нас сейчас здесь нету никакого магазина, и хлеб негде купить. Ну да. А утконос мы заказываем, вот. Ну, раз в неделю или раз в полторы недели. Угу. И поэтому берем сразу много хлеба. Какую-то часть мы положим в холодильник, какую-то угу. часть в морозилку. И вот так вот. И нам еще может и не хватить. Да. Поэтому вы так не думайте, что да. очень много. Но я ем вот эти хлебцы. Зуб. Мама мне взяла вот хлебцы. Но мне это надолго, этих хлебцев. Но я их люблю и уважаю. А какие-то другие ты заказала, эти бородинские, какие-то противные. Да, но больше я сейчас. Не буду экспериментировать. О, вот сейчас пачку показываю, да? Вот они такие круглые внутри, вот такие бородинские мне мама взяла. Фу, мне жутко не понравилось. Ну, на мой взгляд, лучше уж тогда съесть кусок бородинского хлеба. А вот, во-первых, он будет вкуснее и настроение, потому что вот это вот, ну вот, не знаю, мне не понравилось. Жуткая гадость вообще, фу. Фу-фу. Вот есть другие 7 злаков, они получше, но вот я не знаю, вот эти больше я люблю, они прям такие классные. Во-первых, они более тоненькие, и так их и жевать. А собаки-то как их любят? О, кстати, их собаки, кстати, вот эти хлебцы, а вот эти хлебцы собаки не едят, между прочим, вот в курсе вы? Круглые хлебцы собаки не едят, а квадратные с удовольствием. Это, кстати, о многом говорит. Да. Мы на собаках даже творог проверяем, если творог... Да. Фиговый. Собаки его есть ни за что не будут. Это уже факт проверенный. Сейчас я раскопаю. Ну, вот такую, да, хачапури слоеную. Это поближе покажу. Да, слойка с вишней. Ну, что тут, 4 штучки на это, да. Вот так, хачапури. Значит, я раскапываю. Вот такие прянички мы берем. Наслада называется. Большая упаковка. Но они недорого стоят, да? Нет, они что-то, да. Сколько они? 200 рублей. Они даже 200 рублей не стоят, да. То есть тут такая огромная упаковка, да. Вот моя рука, да, вот. То есть такой прям пряник-то, вон. Он огромный, здоровый, большой. С ладошкой. Да, он прям с ладошкой, он такой крупный, прям вот это, вкусный, да, вкусный. Ну, вот опять итальянские хлебцы мы заказали, да. Они солененькие, да, такие. Значит, что там народ у нас еще ест? Вот такую булку берем. Лепешка сметанная. Коля и дедушка очень любят, да, вот эту вот булку. Ну, вместо хлеба, да. Ну, вместо, да, понятно. Да. Я вот эти люблю, здоровый край. Да. Вот это тоже классно, мне нравится очень. Так, что тут мы еще? Ну, у нас понятно, что это не все хлеб, да, там внизу вот лежат эти всякие слойки. Печенюшки. Вот палют тоже такие печенюшки слоеные тоже. Они с лимоном. А, тоже нам очень нравится. Мы заказываем. Большая упаковка тоже, она бюджетная, не очень дорого Марат стоит. Очень. Марат прям вообще от них тащится, трясется прям. Ой. Ну вот. Да, что еще тут? А, это у нас что, овсяное печенье, что ли? Да, нет. Да, вот это овсяное печенье, наслада тоже какое-то. Нет, не овсяное. Это не овсяное. Нет, это не овсяное. Это какое-то печенье с. А, вот, печенье сдобное, шакарум называется, да? Да. Вот. Ага, вот такая вот. Там что-то внутри. Ну, типа. Что-то там внутри. Что-то да, что там, да, я подумала, это овсяное. Да, ну ладно, и вот такие вот штуки. Ну вот, да. Такие штуки мы уже ели, они вкусненькие. Ага, бабушке нравится. И Коле нравится. Ага, а мне нет. Ну мы же честное мнение высказываем, да? Мне не нравится, я их не ем. Вот, ну вот, на вкус и в цвет, товарищи, нет. Вот. Ну и чё, все, вот булочка у нас. Ну и птичье молоко детям, да, потому что, ну как-то это... Хоть чуть-чуть, хоть немножечко. Хоть какого-то праздника. Ничего себе. А, нет, ну это мы сейчас уберем морозилку половину. Это же вот не за один раз сесть есть там, и не за два дня. Это все по выдаче, и это дай бог, чтобы на полторы недели хватило. Вот уже и не хватило вот, нам. Забил холодильник. А там, значит, 3 упаковки у нас квашеной капусты, да, мы берем? Разные.
Да, причем разные капусты у нас. Вот одна у нас мы берем с хреном. Да? А другая с клюквой ты заказал, да? Вот сейчас я посмотрю. А вот Белоручка, вот смотрите, фирма Белоручка мне понравилась. Очень вкусная капуста, да? Название у нее, конечно, смешное. Вот. Но, в общем, Белоручка вкусная. И она главное, что самое главное, что она внутри там вся чистенькая. Никогда ничего не попадается вот этих черных вот, да, как бывают там в капусте что-то. Вот это хорошая капуста, классная, мне нравится. Вот, прям я ее полюбила. Я, конечно, еще люблю маринованную. А это вот и есть. А, вот, а маринованная белоручка ты взяла, да. Вот, у белоручки есть и маринованная, да. Все. Ну все, вроде мы затарились тут у нас. Вот, мне надо помыть холодильник. Холодильник испачкался. Ну ничего, это я все сделаю в следующий раз. Не все сразу. Вот водичку тоже архыз мы купили. Что там у нас еще? В коридоре. Ну, это тоже вот бутылки. Так, скажем. Мы разгрызла я косточку. Так, скажем. Я фея разгрызла косточку. Ну, куда ты? Это феина. Вот фея ела косточку, смотрите. Кнопочка не разгрызла, чуть-чуть. Кнопочка не разгрызла. Фея, уйди. Нет, не надо кнопочке вот помогать. Да. Фея что сделала с косточкой? Кнопа. Вот эту вот оболочку тоже сняла. Вот она сверху была, да? Да. А кнопочка еле чуть-чуть размусолила. Оболочка это как вот настоящая косточка тоненькая такая вот. Вот эту. Ну вот эту, наверное, мы сейчас выкинем. Я думаю, что ей вдруг можно подавиться, да? Ну, да, ну чуть может погрызть еще, пока тут я сижу. Ну, под рядом присмотром. Да, потом выкинем, конечно. Пока мы на них смотрим. Вот мусолит. Не надо. Это не твое. Где твоя косточка? Видите, они еще воровки, те еще. Друг у друга все время что-то тырит. А чтобы не загрызать. Угу. Там же фея разгрызла уже. Вот, ну фея у нас зубастая. Грызи. Ой, кнопка-то наша беззюбая. Господи. Смотрите, какие у нас. Клыки-то вроде большие. Клыки большие, а зубы-то, господи, мелкие. Не дашь свои зубы посмотреть, да? Вот. Но немножко уже вот стали желтеть, я поэтому. Но я же знаю, что ты мой. Не прячь улыбку в телефоне. Не убегай от встречи вновь. Пойми, что я твой.